Денис и Анна – счастливые родители аж 5 детей. У всех ребят свои интересы и увлечения, в которых они преуспевают. В предновогодние дни глава округа Андрей Булгаков встретился с Самаруковыми. С руководителем муниципалитета Анна и Денис поделились впечатлениями о положительных изменениях в городе, а также своими планами на ближайшее будущее. Поддержке многодетных семей в нашем муниципалитете особое внимание. Недавно Самаруковы получили земельный участок в селе Петровское. Планируют построить большой и уютный дом. Не сидеть на месте в планах и на новогодние праздники, тем более, что в городском округе Щелково будет организовано много интересных мероприятий для всей семьи. Важно отметить, 2024 год президентом был объявлен годом семьи в стране.